Владельцы этого имени зачастую в любви непостоянны и капризны, требуют повышенного внимания к своей персоне. Человек с этим именем наделен большой духовностью, стремлением к возвышенным чувствам, ко всему прекрасному. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Буква З в имени говорит о пессимизме и большой напряженности. Иногда владелец этого имени – это творческая личность, устремленная в будущее. Эти люди равнодушны к интеллектуальным и духовным вопросам, а также к высшим ценностям и религии. В тех именах, в которых встречается гласная буква А, труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Звук Е предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Значение буквы З символизирует стремление отгородиться от внешнего мира, высокую интуицию, развитое воображение, болезненную чувствительность. Иногда эти люди чувствуют, что находятся под чьим-то пристальным вниманием. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Иногда создается впечатление, что все земное, приходящее, не имеет для них никакого значения. Счастливыми и удачными днями для владельца этого имени являются воскресенье и понедельник. Все свои главные проекты им лучше начинать 1-го, 2-го, 4-го, 10-го, 11-го, 13-го, 19-го, 20-го, 22-го, 28-го, 29-го или 31-го числа. Звук Н говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Кроме того, звук Е придает обаяние и простоту. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Значение буквы А в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.